11 марта премьера нового фильма Новосибирской детской студии игрового кино «Краски» называется «Остров исправления». И у нас в гостях продюсер картины Денис Вязников и исполнители главных ролей Нелли Гатина и Влад Огнев. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, давайте для начала расшифруем. «Остров исправления» действительно снимали на острове? Немножко на острове. На каком? Как, знаете, есть такой остров Кудряш. Кудряша. Mm-hmm. Слышали про это? Я нет. Саша слышал. Это такой остров, посередине находится дача. Забавно, посередине Оби. Островок. И на нем уже давно расположены дачи, на которых работают и отдыхают наши горожане. Вот. И на самом деле этот остров, он там нигде не говорится, что это Кудряш. Просто некий остров, на котором расположена деревня, куда отправляются наши городские ребята, ну как раз на исправление, на картошку. Это какой-то психологический ход? Кто их наказал? За что? Почему как они исправляются? Да. За что? Небольшую затравочку расскажу. Давайте, да, фабулу, сюжет, коротенько. Дело в том, что главные герои – это такие школьники-мажоры, назовем так. Современные школьники, представители молодежи. Да, вот, они немножко считают, что они намного умнее взрослых, но это нормально, да, для их возраста. И они на выпускном 9 класса устраивают шоу такое, какое им нравится. То есть, а администрации школы, конечно же, это не нравится, потому что они сделали прикол такой в своем стиле, а школа хотела все по традиции, традиционно. Вот. Ну и, соответственно, все переросло в небольшой скандальчик, в небольшое хулиганство. Вот, ну, это увидите, это будете смотреть. Угу. Ну и директор был недоволен, и он сказал: все, я вас отчисляю. Ну, родители, конечно же, вмешались. И вот выбрали вариант, который, наверное, для детей показался еще хуже. Их отправили на исправление. То есть рабочие название фильма на картошку, их отправили на картошку, а вот деревня. Вот. Ну вот с этого начинается их приключение. Дальше рассказывать не буду. Скажу только, что директора гимназии, вот этой нашей выдуманной номер 25, играл Алексей Маклаков. Замечательный актер из Новосибирска, сейчас живет в Москве. Нам удалось с ним договориться, и вот он украсил своим присутствием нашу картину. Как вы думаете, ребят, Нелли, Влад, бывает в реальной жизни подобная ситуация? Была бы возможна, нет? Да, я думаю, да. Мне кажется, вообще вполне возможна такая ситуация, потому что в школе слишком много и часто всего происходит, и родители, когда недовольны ребенком в течение года, они его все равно в конце концов отправляют летом на какие-нибудь исправительные работы, ту же картошку копать бабушке в деревню. Но только тут они едут как бы одни, а здесь они со своими друзьями. Мне кажется, когда в фильме они едут со своими друзьями, с которыми они могут общаться, могут не общаться, это, наоборот, становится интересно и как-то больше интриги, какой-то вот авантюризма. Влад, вы бы не отказались, да, от такого наказания? Да, на самом деле, ну как, смотрите, просто сейчас, да, я бы не отказался, если бы кто-то запер бы меня на каком-то острове, безусловно. Но если говорить про школьные времена, ой, я же вообще был сумасшедшим ребенком. Меня могли наказывать каждый раз. Угол — это было мое любимое просто место в школе, куда меня могли ставить. Вам не пришлось никого играть, вы просто жили обычной жизнью, да? Да, да, нет, на самом деле я просто не играю ребенка, которого отправили на исправление. Влад у нас деревенский. Я деревенский, да, я играю главаря деревенской банды, поэтому исправлял я. То есть вот так, там хулиганы исправляют мажоров. Но он не хулиган, он просто деревенский парень, первый парень в деревне. То есть разные люди абсолютно встречаются с разными интересами, с разными взглядами на эту жизнь, и вот и в итоге они вместе как-то начинают жить. Даже если там любовная интрига, девочки из города влюбляются. Ну как же без любовной линии фильм вообще не фильм? Денис, а скажите, почему вы поменяли название? Почему на картошку не оставили? Мне нравится. Да, вот вам нравится, а мы обычно перед тем, как прокатную жизнь фильма устраивать, да, мы проводим опрос наших основных. И я тоже участвовал. Да, Александр участвовал. Вот, и мы специально разделили на группы, то есть это были люди, которые чуть постарше 20, как Александр и я. Мне 25 все-таки, да. Баба ягодка опять, смотрите-ка на меня. И младше 20. Вот. Но все-таки наша аудитория основная — это те, кто младше 20 и значительно младше. Вот, и они на название на картошку отреагировали не очень. То есть для них это непонятно еще. Тем, кто сейчас меньше 20, они не знают, что такое на картошку. Да. Не знают, да, и на это никак не реагировали. Нам же нужно название вызывало какие-то эмоции. Соответственно, вот были еще варианты, и больше всех
наши потенциальные зрители проголосовали за остров исправления. Поэтому... Озеро героев, остров исправления. Дальше что, Денис? Страна, планета. Слушай, шутили про гору какую-нибудь. Про водоем и все. Ребят, ну что произошло с вашими персонажами? Изменились они, не изменились, к лучшему, к худшему? Что вообще с вами лично, в конце концов, во время съемок произошло? Какой-то рост? Ну, конечно, разумеется. Нет, персонажи поменялись просто. По крайней мере, Матвей колоссально, потому что человек, который... Ну как, в принципе, когда мы первый раз видим его на экране, уже понятно, что он добрый, злодей. Вот так назовем. То есть это видно, что это не гопник. Немножко предсказуемо, да, что он в итоге всем поможет? Ну, местами да. Я думаю, что предсказуемо, но... Когда смотришь, вот именно проходит какое-то время, кажется, ой, что-то он не такой, какой он кажется. А может, он все-таки не поможет, может быть, он сделает сейчас какую-то пакость, но нет, Матвей не такой. И поэтому в конце фильма мы понимаем, да, что это хороший парень, и сразу проводим связь с жизнью, что если с первого взгляда человек тебе кажется каким-то злым, может, который тебя не поймет, а внешность обманчива. Переоценка какая-то происходит, да? Нелли, ваш герой. Мне кажется, что от моей героини тоже никто какой-то помощи особо не ожидал, потому что она любит такие скандалы, разборки, и чтобы кому-то помочь, тем более не своим, ей вообще это не надо. А тут она берет, можно сказать, все равно такое дело в свои руки, начинает его сама развивать, придумывает какие-то идеи, чтобы помочь, опять же, деревенским, и в итоге она становится какой-то более добродушной, что ли, не безразличной ко всему. Какая из героинь, та, которая в начале фильма или в конце, больше похожа на вас сам и вообще похожа ли? Ну, да, да. Чем? Ну, блин, я вот по жизни сама такая какая-то непонятная, маленькая, придурковатая. И мне кажется, что моя героиня — это прям, ну, прям я. Ну, как бы я не совсем такая добрая, как бы, что бегу там помогать, но мне кажется, что это прям вот я. Денис, прописывали как-то персонажей по психотипам, чтобы был вот типичный хулиган, типичная там королева бала, еще кто-то типичный? Как они родились? Я так понимаю, кастинг же был, то есть были определенные герои, на них уже выбирали ребят, да? Ну вот как эти определенные герои родились? Ну как родились? Это наблюдение. Я вообще уже они похожи каждый раз? Вот фильм был «Озеро героев». Оттуда что-то взялось или это уже совершенно другая компания? Знаете, очень хочется думать, что нет. Вот, но все-таки зрители посмотрят, скажут. Но мы стараемся в этот раз услышать критику от предыдущего фильма. То есть я человек такой, мне нравится, когда меня критикуют, на самом деле. Вот. Мы все так говорим. А на самом деле потом, ах, тебе не понравилось, да, все понятно. Я слышал такое мнение, что вроде как вот не хватило в предыдущем фильме вот этого именно современной речи, какого-то сленга, да, может быть, молодежного. В этой картине как-то работали над этим? Да, в том числе и над этим постарались поработать. Да, мне кажется, ребята сейчас может ответят или нет, речь их все-таки осовременилась, не стала такой литературной. Ну, я думаю, посмотрим. В общем, растете. Ну, надеюсь. Надеюсь, туда, куда нужно. Ну и беседа наша тоже вырастет после рекламы, обязательно вернемся. Снимали на острове. Там какое-то частное поселение, частный сектор дачи. Местные жители. Кого-то взяли из них в картину? Да, интересный вопрос. На самом деле, не только на острове снимали. География наших съемок была просто умопомрачительная. Мы объездили почти всю область. У нас... Все-таки по сценарию была какая-то идеальная деревня, где все есть. Вот когда мы стали смотреть реальные деревни, этого тут нет, но есть в другой деревне. То есть у нас были переезды там под Искитимом, под Бердском, Кудряши, Криводановка. То есть мы катались, мы искали поле, которое нам подойдет. Вот на самом деле я надеюсь, что зритель этого не увидит, но сейчас открою секрет. Мы снимали, по-моему, 14 или 15 локаций. Слушайте, это прям как Хогвартс в Гарри Поттере. Да, там тоже сборная получалась такая. Ну да. Но вот насчет того, что Настя спросила. А про местного, да. Это очень интересная история, потому что мы, как раз вот одна из локаций, это дом Степаныча нашего. Его замечательный актер сыграл наш Сергей Новиков. Степаныч — это человек, который фермер, которому помогают ребят по сюжету. Вот. И мы приехали в дом смотреть. Кому картошка досталась? Да. Выкопанная. Картошка и все остальное. Мы приехали смотреть, и нам показывал домик этот деревенский, замечательный мужчина, вот, на замечательном автомобиле. Я не знаю, сколько автомобилей этому лет, это УАЗик очень старый, и мужчина очень колоритный. Вот. И, соответственно, мы потом
попросили его дать нам эту машину в аренду, чтобы это была машина Степаныча. Просто влюбились в нее. У нас даже был прикол, Бэтмобиль Степаныча, да? Она там заводилась очень сложно. Вот в фильм вошли кадры, там, которые, когда Сергей Новиков пытался этой машиной управлять. Вот, это касается того, что... А попросили его поучаствовать, он наотрез отказался. То есть хозяин машины сказал, машину давайте, а я стесняюсь. Вот, ну, к сожалению, не получилось его снять, хотели в небольшом эпизоде. Но машина его полноценный, так сказать, герой. Она действительно классная. Ну, то есть местные жители как-то особо с неохотой, да, на камеру работают? Конечно. Соответственно, они же понимают, что они не актеры, в отличие от большинства людей, которые лезут в кадр. Вот, хотя хочется такого чего-нибудь самобытного добавить. Да. Ну, мы пытались, говорю, что на самом деле, вот, хотя бы ферма, они говорили, нет, мы не хотим. Хотя у нас были очень... Классные актеры. Это... Вот машина, вот корова, берите, а мы... Да, корова, гуси, поросята, страусы у нас даже есть фильм. То есть вот это актеры, как говорят, их не переиграть. Ну тогда давайте к настоящим актерам обратимся. Нелли, Влад, как какие-то практические советы новичкам хочется у вас спросить? Вы, наверное, уже актеры опытные. Как не бояться камеры? Вообще... Как не замечать. Да, да. На самом деле привыкаешь. Спустя время привыкаешь, потому что... Ну вот только режиссер говорит, начали, поехали. Просто я не знаю, я не могу дать какой-то полноценный совет, потому что когда я только начал, меня останавливали раз 15-20. Потому что ты глядел в камеру? Нет, потому что я где-то что-то не так делал, где-то не так говорил. И поэтому я через это прошел, а потом просто уже настолько ты себя отпускаешь, что ты уже не видишь камеру. Ребят, кайфуйте, просто кайфуйте. Вот главный совет. Наверное, ужасно бесит, когда ты только начнешь и стоп. Да. И снова стоп. Входишь, да, ой, бедненький, как хорошо, что я тебя тренирую. Ну ничего, слава богу. Аня Протоковила очень любит говорить стоп. Нелли, что-нибудь о своем опыте и о своих советах как актрисы? Когда я первый раз вообще вот начали меня снимать, я... Ну, вообще, в первый раз там, я не помню, когда это было. Это ваш первый фильм, нет? Нет, Нелли у нас, на самом деле, 4 года в студии, и она вот прошла... Идеальный путь. Да, вот мы с Нелли играли в «Озере героев». От маленькой роли, от эпизода, потом до роли второго плана, как раз в «Озере героев», да. И сейчас главная роль. То есть это вот такой идеальный путь, набираться опыта и расти. Ну сначала, понятное дело, было такое, что я вообще там заикалась, думала, как вообще мне сказать, чтобы меня не остановили, что вообще делать, если я... Ну как бы я вообще не смогу ничего сказать. Потом были такие моменты, что я понимала, что чем больше как бы это все происходит, чем больше... меня снимают, я начинаю маленько к этому как бы привыкать к тому, что меня критикуют, привыкать к тому, что меня снимать могут 1000 раз, там 100 раз, вот. И вот на этом фильме я поняла, что чем у нас дольше день и чем ближе к вечеру, я вообще как бы забываю, что такое камера, и мне так легче. Чем я устаю, как-то вот морально, тогда я отпускаю себя полностью. Вечером снимали больше сцен, чем утром, видимо. Ну, мне кажется, вот когда действительно вот морально устала, как-то вот... Внутри у меня голос какой-то перестает что-то мне говорить, я начинаю тогда все. Я не вижу камеры, я могу говорить все, что угодно, мне вообще будет пофиг. Только обидно, наверное, слышать критику, тем более понимая, что ты ну, не голливудский актер, и что вообще тебя хотят тут сверхъестественного. Нет. Что могу, то и делаю. Нет, не обидно. Это не обидно, потому что мы ни в коем случае с Нелли не хотим сказать, что режиссер не должен останавливать, режиссер не должен критиковать. Нет, Анна Викторовна, она замечательный режиссер. Да. И она делала все правильно, она хотела, чтобы все было идеально, поэтому мы старались сделать все настолько, насколько было. Вот 11 марта мы это... Вот это мы... Да, мы уже все выучили. Ну и коротенько, интересно, ребят, про ваши планы. Вы и дальше собираетесь связывать свою жизнь с кино или все-таки по пути какому-то другому собираетесь идти? Ну я боюсь, что у меня сейчас уже нет выбора, я просто на втором курсе. Ну я студент Новосибирского государственного театрального института. Вот. Ну почему нет выбора? Есть выбор театр. Театр или кино? Да, ну, например, так. Пока не могу ответить на этот вопрос. Поговорим на четвертом курсе. Сейчас пока. Как он удочку закидывает. Он придет уже, да, через пару лет еще раз в студию, понятно. Ну, вот всегда все рассуждают, что театр для души, а кино для какого-то заработка. Ну, мне кажется, не знаю, мне очень нравится... Не знаю, мне нравится сниматься, но я хочу вот именно на сцене, здесь и сейчас играть, потому что мне нравится здесь и сейчас, не важно, что это репетиция, все равно как бы, ну, вот душа мне нужна, чтобы в театре, наверное, находилась. Тоже студентка Новосибирского государственного? Нет, я еще в школе учусь, я в 10 классе учусь. А вот она как, цветочек какой. Я планирую поступать. И я надеюсь, что хоть что-то да будет. Желаем удачи вам, Нелли, обязательно. Денис так прям брехня, а сам почему не снимается, интересно.
Ну, это шутка какая была. Мне просто на самом деле новосибирское кино, я как продюсер, как, поднимать да. тяжело, да, я про это говорю, что заработать на новосибирском кино пока очень сложно. А, вот а что такое брехня. Ну, мы поняли. Хотя у меня каждый год есть мои плюсики, которые себе ставлю. Вот в этом году этот фильм отправится на главное событие для прокатчиков. Ну, в каждом квартале почти бывает кинорынок. Мы поедем представлять наш фильм в Москву. Будем показывать представителям кинотеатров всей России. Будем держать за вас кулачки, Денис. Удачи. Наш фильм купят. Такая же коротесенькая, как и весь наш эфир, пожалуйста, история из жизни, забавная. Наверняка что-то случилось во время съемок. Ну, я про съемки, конечно, расскажу этого фильма. Вообще, жанр нашего кино – это комедия приключения, вот, а у нас был небольшой триллер. То есть это была съемка на картофельном поле, по сценарию мы должны копать картошку. Мы договорились с совхозом, они сказали, копайте, мы только копаем. Только картошечку нам оставляете, да? Да, да, так и было. Выкапываете, в кучку складываете, потом соберем. Вот, мы копаем, и, как оказалось, позже подъезжает, значит, полицейский патруль, какой-то человек кричит, что мы выкапываем картошку, воруем. Чужую. Да, чужую. В общем, нас говорят, все, поехали разбираться в участок, мы остановили съемки. И тут еще самое страшное, почему трейлер пошел ливень просто еще. В грязи, по локоть, в картошке. Классика такая. В полицейском бобике такие. Слава богу, разобрались, да. Как раз дождь прошел, мы продолжили потом. То есть вас так и не увезли в участок? Слава богу, обошлось. Разобрались, да, потому что был человек. У вас была записочка официальная. Замечательно, пусть все, что вы делаете, дорогие друзья, будет легальным. Премьера пройдет, как вы думали. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам.